body, anything to take a breath. On my left, there's a pile of bodies bigger than myself. And on my right, it's 100 scared souls screaming help. And they scattered trying to get away, but they gon' meet they in the day. Cause ain't no way they ever had a chance to contend with me. Cause see, I kill them all, I could kill them all. I see the meat of them, and my blood ain't about to spill it all. Cause I'm the hunter, not the hunter. And for an enemy, I guarantee that they don't want me. It's something just a little different by how I run things. Maybe it's the way I turn my enemies to lunch meat. Or maybe it's the way I smash everything in front of me. They don't want it, I do it so easy, it's funny, G. I turn a vet into a wannabe and do it to the death. I put them in their final scene. Hey, yeah, 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 yeah. I could kill them all, I could kill them all. Yeah, 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 yeah. Мои подписчики, они меня спалили на том, как я делаю новый ролик. Я сделал... Мне нравится. Вы катаетесь? Нет. Просто я хотел предложить попробовать, если хотите. Можно. Привет, народ! Новье подъехало! Сегодня я вам расскажу, как я замутил собственную доску для бодрых покатушек. Она получилась настолько крутая, что я решил сделать еще одну такую же и разыграть ее среди вас. Офигенно, да? Если офигенно, обязательно ставь лайк, чтобы я увидел, что вы заценили эту тему. Условия конкурса чуть позже в этом видосе, а пока о том, как это делалось. Сначала я потратил достаточно много времени для того, чтобы определиться с формой и рассчитать размеры доски под себя, подобрать все нужные комплектующие, ну и, конечно, разработать дизайн. В итоге я остановился на том, что я хочу сделать компактную доску, но при этом, чтобы она была устойчивее, чем пенни. Потом я придумал вот этот прикольный рисунок в виде предупреждающего знака, в котором с горы едет чувачок на доске с козой. Из-под колес вырывается пламя, а внизу написано «Внимание! Новье подъехало!». Причем написано английскими буквами по-русски. Это прикольно. Что касается верхней поверхности, я решил не клеить наждачку, а решил сделать такие круговые зарубки, чтобы подошва цеплялась о деку. И ведь знаете, это работает. Потом я взял большой кусок крутой деревяхи и поехал отпилить нужное количество. Затем я пошел к Паше со всеми своими размерами, расчетами и рисунками. Потому что у Паши есть крутые гаджеты для того, чтобы реализовать такой проект. Вначале он это все перевел в нужные ему чертежи, и мы начали. Че, ребзя, опять встречаете Пашу? Ха-ха, технаря века. Джимми Нейтрон калининградского разлива. Вот так надо закрепить досточку эту. Как получилось? Окупительно. Окупительно. Офигенно получилось, но это только начало. Короче, вот, вырезали доску, теперь надо все это зашлифить. Я представлял, что это должно круто выглядеть, но это еще круче выглядит в жизни. И вот посмотрите на свету. Просто офигенно. Мы, получается, здесь еще закруглим немного. Нам надо придать форму доске. Надо сделать гравировку сзади, основной рисунок. Чё, пилим? Да, круто. Так, вот это все уже проект начинает становиться все круче и круче. Сейчас будем наносить самое главное рисунок. Е-бой, е-бой. Чё, момент истины? Been high, feeling alright.
right. Always come alive in the night. Been that way my whole life. Van Hot feeling alright. I'ma pour the dirty in the Sprite. Always come alive in the night. Been that way my whole life. Been that way my whole life. Вот такой крутой проект получился. Реально очень годная доска, мне нравится. И, честно говоря, я не ожидал, что настолько круто получится. Легкая, быстрая, по красоте. Спасибо Паше Матвееву за помощь в реализации. Спасибо отдельное Глебу Волошину за помощь в съемке. Ссылки на пацанов оставлю в описании. Кстати, у Паши Матвеева сейчас в инстаграме идет розыгрыш крутого квадрокоптера, поэтому чекните. Теперь, что касается моего конкурса. Давайте сделаем так. Когда на канале стукнет 50к, я разыграю такую доску. Но самое офигенное, что участвовать можно уже сейчас. Все, что вам нужно сделать для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, это нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк под этим видео, сделать репост этого видоса у себя в ВК и написать комментарий. Убедитесь в том, что у вас открыто понравившееся видео, для того, чтобы я смог проверить наличие лайка, когда буду подводить итоги. Офигенно! Крутой конкурс для крутых ребят, то есть для вас. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось, обязательно бахните лайк, это поддержит мой канал. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новинки, а я, пожалуй, прикручу колеса к своей новенькой офигенной доске и пойду погоняю. Пока-пока! Yeah.